сегодня была на замечательном тренинге у Алены Островской. Ребята, это было круто. Это когда ты рисуешь то, что хочешь, и у тебя получается еще передать это все на холст, это состояние парения какого-то, вот ты вне этой реальности, ты там где-то на картине, и причем картина живет, она оживает и начинает вот как-то жить своей собственной жизнью. Это непередаваемое ощущение. И я вот до сих пор нахожусь в каком-то, наверное, астрале, где-то вон там, где красненькие точки. Спасибо вам большое. Это было круто. И огромное спасибо ребятам, которые мне рассказали об этом. То, что я нашла в интернете, это просто супер. Спасибо.